Обжаловать я думаю, будете? Будем обжаловать, но комментариев у меня нет, вы все слышали, и мне даже трудно говорить об этом, честно говоря. Насколько законно было это принятие решения? Конечно, незаконно. 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 Что значит не было задержания, не было захвата? Каким путем это случилось? Абсолютное безразличие к тому, что написано в законе.